Я отца Иоанна Сигумена никогда не видел. Я первый раз сюда приезжал в 1962 году, а отец Иоанн скончался уже раньше, в 1958 году. Но у нас издали вот письма отца Иоанна, перевели по-фински и издали сперва в нашем церковном журнале «Аамукойто». Я их читал и интересовался, значит, молодости. Потом годы проходили, и 1976 году, значит, то время, когда строили здесь нового каменного храма, издали вот этот сборник письма Валаамского старца Сигумена Иоанна на финском языке. До этого письмо было переведено на английский. И, значит, мы могли на своем языке читать письма батюшки старца, и все это было очень интересно и хорошо. Да, он действительно замечен подвижник, и также знаем, что он был духовником вот тех отцов, которые здесь жили до нас, до нашего поколения. Мне как бы чувствовать, что он является и нашим духовником. Вот думаю, что я не единственный здесь из сегодняшней нашей братьи, которые иногда, если есть какие-нибудь, бывают трудности разные, то тогда посвящаем кладбище, могилу отца Иоанна, вот там вроде ему рассказываем о тех трудностях, событиях, которые у нас бывают, и всегда мне кажется, что становится полегче после того, как ему все это рассказали. Tietysti henkilökohtaisesti niin kuin nämä Valaamovaelluksen sen kirjat ovat olleet semmoista hyvää luettavaa itselleni jo omasta nuoruudesta. En saa olla lukenut tietysti monia kertoja uudestaan ja aina sieltä löytyy niin kuin semmoisia lahjoja. Сам я познакомился с письмами отца Иоанна уже в юности и читал, и перечитал многократно их, и сейчас читаю. И то, что в них самое замечательное, по-моему, его особый дар утешения, писать утешительные вот, письма, которые дышат именно этим, это его особый дар. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Я буду молиться за тебя, я буду молиться за тебя. Черные ветви ставят сети, но я за тебя. Если мы творим молитву, любую молитву, то мы можем это проникновенно читать эту молитву. Мы можем от сердца как бы читать молитву. Мы можем помнить всегда, что цель молитвы состоит в беседе с Богом. И если мы это помним, то мы, конечно, не будем как бы впустую просто так открывать молитвослов и читать.
Это не то, что считается молитвой. И об этом именно отец Иоанн говорит.